создал здание из камня, дерева, гранита. И по сей день они стоят, как символ труда человеческой воли. С праздником вас поздравляет Олег Сальников. Белые птицы города. Собираться в этом зале. И надо сказать, что нашему городу все-таки повезло, когда было принято решение именно здесь строительство нашего города и ускорителя НК-70. Со всей страны собирались лучшие кадры. Огромное вам еще раз за это спасибо. И, дорогие ветераны, конечно, от чистого сердца хотелось бы вам пожелать в первую очередь, это здоровье. Я лечу над Россией, словно сказочно в сне. Oh.
Олейникову Юрию Павловичу. От губернатора Московской области передать вам искренние поздравления и пожелания здоровья, счастья, мира и развития. Развития вашему замечательному городу.